Сегодня мы в заведении «Кипарис». Снимаем тайно. Вместе с нами два оператора с маленькими камерами и тоже под видом посетителей. Не переключайтесь, будет очень интересно. Я хочу отметить, что сегодня мы пришли по запросу нашей телезрительницы. Заведение это достаточно новое, открылось только в январе, но уже такие есть отзывы неоднозначные. И та девушка, которая к нам обратилась, говорит, что ей очень понравился интерьер, но сервис просто никакой. Собственно, за этим мы с Володей и пришли, как обычно, качественно и справедливо оценить данное заведение. Интерьер неплохой, чувствуешь себя действительно в ресторане. Только вот сервис подкачал с первых минут. Узнать место происхождения предлагаемой еды не удалось. Просим про судака. Откуда он? А судак откуда? Прям откуда? Ну точно, я вам сказать не могу. Ну он материковский, наверное. Не местный, материковский. Ага. А телятина? Телятина тоже отсюда. Где-то телятина отсюда. Ты хочешь судака оттуда или телятину где-то отсюда? Давайте мне судака оттуда. Фирменный фруктовый чай принесли быстро. Оля отправилась на разведку в дамскую комнату. Вернулась недовольная. А что тебя смутило? Запах. Ну, он нехороший. Я думаю, пространство не справляется, нет выдержи. Вот. А так, ну, красиво. Может, это кипариса аромат? Просто раньше не чувствовала. Нет? Проверим, как поддерживают чистоту на столе. Мы потихонечку разливаем чай, а потом смотрим, ну, как быстро его типа заметят и уберут. Давайте, вот у нас 1, 2, 3, 4 чайных озера. Итак, мы заказали чай, теплый салат с телятиной, фирменную закуску и тушеную рыбу. Начнем с напитка. Ой, слушай, это ой, да. Ой, как вкусно, очень вкусно. Друзья. Чай однозначно 5 баллов. 5 баллов. В отличие от туалета. Все, я молчу. Как и обещано, остальные блюда подают в течение 20 минут. Неплохо, но... Не обратил внимания на озера. Озера мои не заметили. И поэтому... Хулиганит. Мы добавим еще больше озер. Вид у этой закуски не особо эстетический. Украшения в виде лука и четвертинки помидора, ну, так себе. Хавер, точки зарезал с фасолью, с лёклой, шпината, морковью. Вот если с закрученными глазами, непонятная консистенция, как будто, знаешь, какая-то рыбная консерва, перемолотая. Солидарен, блюдо не совсем зашло, точнее, совсем не зашло. Давайте пробуй тогда блюдо номер 2. Ладно, давай пробовать. Мне сказал один очень толковый человек, разбирающийся в еде, в приготовлении еды, что важно, сколько лет. Да, я помню, я тебе говорил об этом, да. Ты говорил, это важно, да. Хорошо, Володя мне говорил. Это зависит от того, что будет жесткое мясо, либо нет. В итоге, сколько озер мы ставим? Из 5 озер сколько мы ставим озер? Из 5 озер я ставлю, ну, честную троечку. Мы ставим? 1, 2, 3. 3 озера. Немножко в яичко промахнуть. Много масла налили, и я вот сейчас чувствую... А вот посмотри прям, смотри. Да, то, что жирное до невозможного. То есть, ну, в принципе, салат, он должен быть легким. Конечно. Это же не свинина. Ну и, наконец, рыба, тушеная с овощами, грибочки, соус, красный перчик. Выглядит очень аппетитно. Рыба вполне себе сочная, без посторонних запахов и вкусов. Ну, в принципе, этому блюду будет 4... Да, 5 бы я поставил. Я тоже 5 ставлю. Кстати, закуски и рыбу готовили разные повара. Один из плюсов открытой кухни – можно следить за процессом. Не знаю, в ингредиентах дело или в мастерстве, но последнее блюдо оказалось лучшим. Но даже оно не спасло этот вечер. Уж слишком много претензий к заведению. Есть ли шанс, что они что-то подправят, и ты вернешься сюда? Нет. Вот даже не раздумывая отвечу, что я не рекомендую данное заведение и сама сюда не вернусь.
Кстати, мои озера так и не убрали. Чаем залил весь стол и даже сам вляпался несколько раз. В туалете действительно тошнотворный запах, сам убедился. Как пояснили сотрудники, из-за проблем с канализацией. В общем, вся эта история явно не про ресторан. ОТВ не рекомендует к посещению заведения «Кипарис».